Я лично уроженка Владивостока, города Владивостока, что я закончила институт в городе Владивостоке, что в городе Владивостоке остались мои друзья, и по маминой линии вся родня наша находится на Дальнем Востоке, на Сахалине. Вот, братья двоюродные, очень близкие. Вот, мечтой моей было отвезти Ивана туда и показать свою родину, побывать на могиле родни маминой. Вот. Но Ваню мы воспитали, Ваню я родила на Украине, воспитали настоящим патриотом нашей родины. Он шел осознанно, понимая, что он шел защищать свою родину. И нам он сказал: мама, папа, дедушка, я вас никогда не подведу. Владимир Владимирович, я бы даже хоть по телефону готов с вами поговорить. Вот. Мы разные национальности, были единая семья. Мы воевали 1418 дней и ночей. Мы одержали такую победу. Я рассчитывал, что буквально на следующий год 70-летие победы. А вот в этом году развязали войну. Наши молодые ребята, это патриоты. Они отдают жизнь за свою страну. Мы хотим жить свободно. Владимир Владимирович, мы просим, громада наша вот, просит встречи с вами. Давайте встретимся, посмотрим друг другу в глаза. Если политики наши не могут остановить войну, давайте мы как отец вот, встретимся, посмотрим другу в глаза и остановим это кровопролитие. Ведь это несправедливо. Как мой внук говорит, 5-летний, это нечестно. Мы просим встретиться и от души как с отцом поговорить. Хотя я уже, мне уже 96 лет.